Друзья, немножечко о курсе «Жиры. Техника безопасности». Если вы в системе старости, нет, не покупайте, потому что я вам все это выдам. Информация настолько важная, что я полностью выдаю в системе старости, нет. Если вы не в системе старости, нет, вы этой информации в открытом доступе, ну, по крайней мере, от меня, точно не увидите, потому что никогда не даю этой информации в открытом доступе. А в открытом доступе только нулевое занятие. А жиры-убийцы – это если вы еще до сих пор используете в своей пищи маргарин, спреды и даже не замечаете это. Вот это нужно обязательно прекратить. Это нулевое занятие. Первое занятие — мы разбираемся с холестерином. Если у вас проблемы с холестерином, если ваш доктор настаивает на применении статина, вам нужно в первую очередь самим разобраться, настолько ли он вреден и опасен, холестерин, какая ситуация у вас, и научиться читать собственную липидограмму. Это очень подробно в первом занятии этого курса, называется «Холестерин без вины виноваты». Второе занятие курса по жирам — это омега-3, 6 и 9 полинасыщенные жирные кислоты. В них тоже нужно разобраться, потому что от сочетания омега-6 и омега-3 в вашем организме зависит, будет ли воспалительный процесс, подстерегают ли опухоли разного вида, ну и аутоиммунные заболевания, воспалительные заболевания. Поэтому это точно нужно знать. И последнее завершающее занятие этого курса — нужно ли считать калории. Очень многие люди ограничивают, обезжиривают свою пищу, ограничивают количество жиров в питании, потому что считают калории. Давайте разберемся с этим вопросом вместе. Это очень ценная информация для построения вашего рациона.